Паломники. Судьи бытия пророчи, суетность обуздать, святость Господня хочет всем по делам воздать. Когда духовность в крахе, страшно перекрестись, праведные монахи могут в горах спастись. В отрогах Алатау, к югу от Алматы, строгим живут уставом ангелы чистоты. Слово молитвы к Богу с гор долетит быстрее. Скорбно, что их немного, горных монастырей. Серафим с феогностом, страсть претерпев не зря, славят своим погостом лона монастыря. Время найду подняться, им вознесу хвалу. Званные устремятся к праздничному столу. Бог мой, моя опора, на душу мне бальзам. Я без него на гору не взгромоздился б сам. Чуть впереди супруга в роли поводыря, поступь ее упруга вплоть до монастыря. Не устает, шагает, силы черпая в чем. Выжить мне помогает мужественным плечом. Ангел-хранитель тоже, зная, что я слепой, нет-нет, да и поможет, крепко связав тропой. Грешный не заберется, будь даже он с клюкой, праведный вознесется. Может, и я такой. Держу жену за локоть, камни из-под ноги. Сколько еще нам топать, Господи, помоги. Лес опоясал гору, еле хранят покой. Новый привал не скоро, поручни под рукой. Каменные ступени нас увлекают ввысь, губы от жажды в пене, главное не сорвись. Плоть устал сражаться, чает душа наград. Только б мне оказаться у вожделенных врат. Пусть это так и непросто, немощь в дугу согну, но к дорогим погостам все-таки я прильну.